А знаете ли вы, что 10% людей в мире левши, остальные 90% правши? Вот как-то так. Всем привет, с вами Книгокоп, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре нашего внимания шикарная книга «Мама, папа, занимайтесь со мной». Замечательная книга, которая будет полезна всей семье, в первую очередь родителям. Отпечатана эта книга в 1985 году. Как же я обожаю советские книги. Итак, эта книга предназначена для родителей. В ней даются полезные методические рекомендации по организации и проведению физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста. Проводятся различные упражнения и подвижные игры, которые можно использовать дома, во дворе и на отдыхе. Ценность этой книги в том, что в ней впервые раскрывается об организации коллективных занятий родителей с детьми под руководством тренера. Ну что ж, книга написана педагогом, который посвятил весь свой талант поиску лучших средств и методов физического воспитания маленьких детей. Вот. Ну, давайте не будем голословными. Наши дети постоянно окружены заботой и любовью родителей. И это очень верно, ведь у детей есть право на счастливое детство. Многие исторические примеры доказывают, что этот человек, перенесший тяжелые испытания судьбы, сохраняет жизненную стойкость, во многом благодаря воспоминаниям о счастливом детстве. Вот. Воспитание ребенка не побочная задача, а родительский долг. В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания детей в семье. Книги и статьи в газетах, журналах, лектории, кино, радио, телевидение дают родителям советы, призывают, информируют и предостерегают. Вот. Эта книга преследует такую же цель – посоветовать родителям, как сделать воспитание ребенка более радостным с помощью движений. Задача этой книги – убедить родителей в том, что необходимо заботиться о правильном развитии у ребенка основных двигательных навыков. Опыт, который предлагается родителям в этой книге – результат эксперимента, проводившегося в конце 60-х годов в физкультурном обществе «Славия», где регулярно занимались родители с детьми в возрасте от 2 до 6 лет. Вот, было доказано, что такие совместные занятия приносят следующие положительные результаты. Пробуждают у родителей интерес к уровню двигательной зрелости, углубляют взаимность родителей и детей, предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий отрезок времени, позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать и отец посвящают ребенку. Ну что ж, друзья мои, это шикарная книга, которая будет полезна многим. Здесь имеется, конечно же, много картинок. Здесь есть описание, что нужно, как нужно. Здесь авторы описывают, что это, конечно, здорово, что в детстве родители, пока маленький ребятенок там на улице его выводят, да, там и прочее. А потом как-то родители забывают про это. Ну что, вот постарше стал, ну, вышел погулять, не вышел погулять, а это важно, улица. Выходить гулять с ребенком, приучать его к здоровому образу жизни. Все это интересно и познавательно здесь есть, в этой книге. Поэтому, друзья мои, с удовольствием передаю вам в изучение. Давайте посмотрим содержание. Итак, здесь когда начинать заниматься, когда сколько заниматься, как интересовать ребенка занятиями физкультурой, чем и как заниматься, как обеспечить безопасность занятий. Видите, очень важный момент. Как подготовить место и инвентарь для занятий, как одеться для занятий. Вот. Грудной возраст до года, значит, от года до 3 лет, младший, дошкольный возраст от 3 до 6. Все это и многое другое есть в этой книге, поэтому с удовольствием передаю вам изучение, прочтение, смотрите, читайте, наслаждайтесь и будьте здоровыми. Это очень важно. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей с самого раннего детства. Ну, как же мило, а? Я, конечно, понимаю, ну, там более современные картинки, но ведь это ретро, это так интересно. Ах, ну что ж, предлагаю вам отправиться не куда-нибудь, а в интересные гробницы Ликийской скалы Далянь. Ну что ж, давайте зайдем, посмотрим. Сегодня мы находимся в Ликийской
Гробница. Ну что ж, вот она интересненькая такая. В Турции место, где мы находимся. Мы находимся в Турции. Заодно давайте посмотрим лес Турции. Это вам не тайга, это вам, знаете ли, не леса какие-нибудь подмосковные. Да, ну что ж. Или какие-нибудь американские, европейские леса. Вот посмотрите. Ну, первым делом, конечно же, как же я обожаю, обожаю просто обалдеть вот эти 3D-виртуальные туры. Здесь можно просто вот взять, походить, посмотреть, увидеть все собственными глазами. Вот они. Вот. Это интересно. Ну что ж, давайте поднимемся, посмотрим поближе. Что же ж. Поднимаемся, смотрим. Вот он, вид с высоты птичьего полета. Красиво, красиво. Вот эти гробницы. И посмотрим на, я так понимаю, или склеп, или храм, или чего. Но, тем не менее, собственными глазами увидим. Вот. И люди это вырубали. Люди это делали. Ну и какими технологиями эти ребята это делали? Вот какими? Медными, что ли, а? Медью. Ну, конечно, шучу. Здесь надо смотреть более подробно, самостоятельно. Изучить, когда и чего это было создано. Кем создано. Какими людьми, какой эпохой. Но, тем не менее, мы с вами наблюдаем то, что наблюдаем. Это вырублено в скалах. И это интересно. Это интересно. Посмотрите, посмотрите, сколько, как обрабатывали, как это делали. Ведь таких примеров по миру очень много, когда в скалах находятся вот такие вырубы. Ну, в данный момент не могу сказать, что там что-то внутри есть. То есть это вроде как бы забаррикадировано, что ли, или закрыто, или там есть полости. Ну, вот посмотрите, здесь вот отверстия какие-то есть, имеются. Так. Что у нас там еще? Какой-нибудь вид имеется? Нет, не имеется. Но сам вид, который мы сейчас наблюдаем, это просто красиво. Это красиво. Ну что ж, друзья. Палец вверх, подписываемся на канал. Ссылочка под книгу будет на сайте книгокоп.рф. Приятного вам чтения и книгокопания. Подписываемся. Пальчик вверх. И наслаждаемся чтением. Пока-пока.